Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Михаил Насыров. Я являюсь чемпионом по боксу и руководителем спортивной организации. Бизнесмен. С недавнего времени осужден по статье «Покушение на мошенничество» Волгоградским областным судом. Условно. Дело изначально проводилось по высокопоставленному должностному лицу, к которому я не имею никакого отношения. На протяжении всего следствия, судебного, предварительного, было допущено многочисленные нарушения. Я всю свою жизнь стараюсь быть полезным в своей стране, в спорте, в общественном деле и в бизнесе. И стараюсь прививать молодежи понятие честности, порядочности перед самим собой, перед обществом, в котором они живут, как в спорте. И в данный момент я прошу вас помочь разобраться в ситуации, от которой зависит мое доброе имя перед теми молодыми людьми, для которых я являюсь ориентиром. С надеждой на справедливость. Спасибо.